Всем доброго вечера. Итак, демократические СМИ Республики Беларусь. Не собиралась сегодня писать реплику, но попался кусок, вернее, полное видео компании Белсат, посвященное итогам протеста. Итак, смотрим. Олесь, не подается эта история такой символичной на фоне всего белорусского народа, вот на фоне всего этого шляха, який прошли люди, при этом во всех частках света? Я уже неодноразово сказал, я как человек верующий, лечу, что Светлана Тихановская в истории Беларуси – это анёл, якого нам послал Господь Бог с неба для выратования Беларуси. И вот мы всю программу обмерковываем то, что отбылось, то, чего мы не чекали, то, чего не чекал весь белорусский народ. Але оно отбылось. И, саправды, это вельми-вельми символично, як и вельми символично обрушение моста перед визитом кровавого диктатора Лукашенко в Городню. Христос приземлился в Городне, и треба про это памятать. Ребята, простите, хочется поставить 16+. Вы не охренели? Чем вы отличаетесь от Азаренков? Да ничем. Да ничем. Стилистикой, может быть, сутью. Не вижу разницы. Там один бог Лукашенко, здесь второй бог Светлана Тихановская. И как продолжение этого бога, потом еще и отмечание дня рождения Сергея Тихановского. Где же генезис? Где же работа над ошибками? Какие достижения? Какие достижения 9 августа вы отмечали? Посаженных? Полную зачистку протестного потенциала Республики Беларусь? Сближение с Российской Федерацией, все это было, кстати, прогнозируемо, если вести народ на беззубые протесты. Сергей Тихановский, кто-то упомянул, а Крым наш, о восхвалении Путина. Я понимаю, что у меня есть оппоненты, и даже некоторые мои приятели, друзья, которые говорят о том, что люди меняются, и он претерпел изменения, сидя в тюрьме. Ну, во-первых, я в это не верю. Я верю в изменения стилистики некой. Но 21 век на дворе, простите, 2021 год. В 17 году, в 19, в 20 году говорить о том, что никаких националистов в Республике Беларусь нет. Через несколько лет, после того, как уже происходят события на Донбассе, после того, как отжат Крым, восхвалять Российскую Федерацию, и вы будете рассказывать о каких-то мифических изменениях в процессе? Нет, так не бывает. Бывает подстройка риторики. Бывает подстройка под существующие обстоятельства. Но Бог с ними, вы, СМИ, где хоть какой-то анализ? Где хоть какая-то элементарная потуга на критику, на то, что сделано не так. Но такое восхваление – это просто стыдно. Делитесь этим видео, ставьте лайки. Спасибо всем, кто нам помогает. Помочь можно по ссылке по данным видео. Слава Украине, живи Беларусь. Давайте уж как-то прозревать вместе. Всем доброго вечера.